Будет ли, возможно, сейчас на зимнюю снасть лучше ловиться или на резинку? Так, ребята. Привет, друзья, с вами Алексей, канал Рыбаков. Ну что, мы на очередной рыбалке, почти середина декабря. Буду сегодня пробовать ловить на резинку. Как вы видели, кто видел, прошлая резинка абсолютно была неудачной. А сегодня будет реально трушная история по поводу порыбачить на резинку. Хочу наловить рыбки на жареху себе и родным. И при этом выбрал я опять-таки понтон. Кто-то спрашивает, почему ловлю на понтонах. По одной лишь причине, потому что рыба ушла в глубины. И вариант либо ловить на лодку, либо зимняя рыбалка, когда ты уже находишь эти перепады, либо когда у нас абсолютно еще льда нету, приходится находить места, где я могу ближе подобраться к этим глубинам. Поэтому вы заварите чайку, подписывайтесь, если не подписаны, ну и, конечно же, приятного просмотра. Итак, забросился за счет того, что на понтоне ловлю тренога, штатив, по сути, у меня будет служить палкой, на которой будет держаться. Дальше, из хитростей, что я сегодня применю. Забыл я сегодня купить вот эти прессованные, кто видел, макушатники, которые заглубляют и прикармливают. Соответственно, беру я вот такую кормушку. 30 грамм кормушка, кстати, она профмонтажевская. И ее фишка в том, что у нее есть некий такой барьерчик, видите, ну как закрывашка. Получается, я забивать буду плотно корм. Сейчас, короче, все покажу. Вот такая инновация. То есть я беру, забиваю сюда мокрый корм, то есть плотный такой, знаете, потому что ему надо еще метров 10 пройти, плотненько забиваю, и он там будет нормально себя чухать, потихоньку пылить. Все, и запускаем, можно сказать, как в фидерной ловле. Сейчас закормлю несколько кормушек и будем уже ставить наживку. Так, ну и погнали, все по классике. Сначала ближе к кормушечке будет мотылек стоять. Вот такой, раз, два, по три мотылечка ставлю. Посмотрим по активности рыбы. Похолодало очень сильно, но при этом, ну как бы оно туда-сюда, то минус 4, минус 5, а то потом раз и потепление. Интрига невероятная, честно скажу вам. Не ловил я ни на удочку дальнюю здесь, ни на резинку, соответственно, вот пошла движуха, оно пылит, но по-другому говорю никак, потому что забыл я еще твердую макуху. Все, приятно то, что сразу идет глубина. Вот. И опускаем. Ого. Сейчас она на дно сядет. Все, ждем. Так. Ну вот она рыба, ребята. Первая рыбка на резиночку взяла. Это была маленькая плотвичка. Вот такая. Возле самого кормушки, возле самой. Конечно же, я отпущу. Может, собаки? Ну давайте, собака у нас пришла. Сейчас жена покормит. На. Брать такую рыбу нельзя, ребята. Но собаку кормить, я думаю, можно. Короче, ребята, очень слабо идет поклевка. Что-то там подыбывает. Поставлю я вот такую вот сегодня удочку. Проверим, что будет. Замерз, видите, заикаюсь. Проверим, что будет. Будет ли, возможно, сейчас на зимнюю снасть лучше ловиться или на резинку. Такое даже сравнение. Для каждого будет понятно, что грубая снасть работает или нет. Расклевалась, ребята, гляньте, какая беровая плотвинка хорошая, прям на зимочку взяла. И соответственно он поклевывает. Ух ты, блин, поклевывает тут. Давай еще, еще. Есть, ребята, кто-то клеванул. Так, ух ты. И опять плотвишка, но уже побольше.
пока ее запихну. Такая уже почти в ладошку. Ну класс, ребята, насупило так. Холодная вода. Кормушечку выбила. Сначала сильно забивал, но потом она там оставалась. Сейчас чуть-чуть забиваю, чуть крепче, чем фидер. Да, она чуть-чуть пылит по дороге, но все-таки основную массу свою распыляет возле крючков. Вот она результат. Такой процесс. Раз, раз, раз. Чуть-чуть так придавил. Вот, все, готово. Так, давай, давай. Так, так. Еще. Ну, что я сейчас сделал? Вот, когда уже резинка до дна доходит, проходит минутка две, подергиваю так пару раз. Раз, и корм опять с кормушки начинает пылить. Рыба замечает и корм, и, значит, наживку. Начинаются поклевки, но очень вялые, ребят. Уже прям, я не знаю. Непонятно. Там вроде есть. Да, есть рыбка. Да. Да, да, да. Это мы передадим другу, который сзади там у нас просит еду. Не, ладно, это совсем надо отпустим. Раз. Так, надо согреться немножко, чайка попить. Хотя был уже снежок, но травку сухую я вроде бы нашел. Попробуем сейчас что-то с этого сделать. Хотя, в основном все сырое, конечно. Но дымит, ребят, дымит. А значит, дыма без огня не бывает, правильно? Или бывает? О, давай. Давай, пошло что-то там. Четвертые попытки. Все сырое, но удалось развести такой красивый костерок. Ай, красота. Погреемся немножко. Вот такая она декабрьская трудовая рыбалка. Рыба уже почти стоит. Но если есть желание, если есть энтузиазм рыбацкий, то видите, что-то поймать можно. Какой-то там десяточек, полтора на жарешку всегда можно поймать. Ну а главное процесс, любить процесс, тогда все будет получаться. Возле водоема побыть, тем более, когда еще днем плюс, ночью минус. В общем-то, приятно. Всем чайка, теплого, уютного просмотра. Продолжаем. Думаю, что-то сейчас у нас еще будет получаться. Дюнь. А, рыбка есть. Так, а вот и она. Размер наш. Но тем не менее, рыба есть. Хорошо. Пока обедали, все объело. Это хороший признак. Значит, там кто-то тусит. Скромно, но клюнул кто-то. Опа. Ой, ты, ё-моё, промахнулся. Давай еще. Бывает же такое. Так, ребята. Какая-то рыбка клюнула на... Ага. Вот она, удочка. Ну, пока крупного ничего не выдает. Не берем, но поклевка была. И параллельно идет вот поклевочка на зимку. Кстати, под вечер, ребят. Уже вот смеркалось. 3 часа дня. Но по вечернему... По зимнему это уже смеркалось. Так, давай. А, что-то на удочку погнало. Тот же размерчик пока, ребята, живичный. Что-то на удочку погнало. В общем, пока 50 на 50, если подвести так короткий итог. Удочка клюет. Резиночка поклевывают. Но, ух ты, видели? Так, засек кого-то. Засек. Да что ты будешь делать? Это, кстати, первая рыбка, которая поймалась на второй крючок. Все остальные ловились на поближе к кормушке. Так,
Давай, давай. Оп. Непонятно. А, есть. Густерочка взяла. Даже подлещик, наверное. Может быть, к вечеру сейчас. Да, это подлещучек маленький, точно. Значит, ну ладно. Сейчас запустим еще. Так, ты плыви туда. А вроде есть кто-то. Да. Есть. Так, наш размерчик. Ладно. А, зверь. Так, ребята, сверкалась, замерзалась. Самая мощная подача за сегодня. И, кстати, самая мощная рыба. Так, это хорошенькая латвичка. Видите, как плотва выдает. Ну что, я думаю, на вот этой ноте, смотрите, какая хорошая. Ну, моя ладошка смела. На этой ноте мы будем завершать. Давайте подведем итог. Резинка продолжает работать даже зимой. Вот. Но я думаю, все-таки похуже, потому что рыбка пугается. Но видите, под вечер даже вот хорошая латвинка пришла. Ловить можно, снасть дедовская работает. Удочка тоже отработала, что-то там поклевывала. Но главное, что удовольствие получено. Вот такой вот, по сути, середина зимы, ой, середина декабря, а мы тут на рыбалке. Ой. Даже, наверное, жареха получилась. Ну, больше десятка рыбок в сумме поймано. Часа за три чистыми. Вот где-то так. Ребят, если было интересно со мной так посидеть, вам в тепле, за чашечкой чайка, а я тут немножко подмораживался, вот, то поддержите, поставьте лайки, напишите комментарии. До следующих рыбалок. Ну и ждем зиму. Уже таких рыбалок хорош, мне кажется. А будем уже ждать льда, жерлицы, балансиры, безмотылки. Ну и, конечно же, рыбалка в палатке на лещей, плотву и так далее. Все, до новых видео. Пока-пока.